Единогласным решением судей победу одержал Андрей Ченцов, город Воронеж! Друзья, там же в углу Евгений Монин. Давайте поаплодируем, это боксер из Ярославля, и он идет сейчас зачем-то сюда, мы сейчас узнаем, я правда не в курсе. Евгений Монин, аплодисменты! Воронеж, привет! Андрей, поздравляю тебя с победой! Хочу вызвать тебя на бой 10 сентября в Эдхэм. Покажу тебе настоящую битву на Волге. Молодец! Ну, если все будет хорошо, мы к этому числу пойдем в оптимальной форме, то я принимаю твой вызов. Ну что, друзья, быть в битве 10 сентября в Эдхэме Андрей Ченцов против... Из города Воронеж против Евгения Монина, Ярославль. Еще раз аплодисменты Андрею. И мы переходим к следующему поединку.